Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители. Те, которые не подписались почему-то пока еще по какой-то причине. Продолжаем ганг. Скоро, наверное, она уже закончится, потому что тут стремительно развиваются события, финал близится. Мы выбрались из пустоши, и теперь нам нужно возвращаться обратно, чтобы победить злостного садовника, который использовал местную планету для своих каких-то диких целей. Единственное, что я забыл, походу, использовать верстак. Надо вернуться. Верстак надо проверить, потому что, по-моему, там было еще какое-то улучшение доступное. Но это не точно. Значит, так, запись есть. Все вроде отлично. Смотрим. Не хватает мне на улучшение. Это вот на время действия приманки. Ну и ладно. Тогда погнали, значит, все-таки обратно. Нужно мне найти какие-то там трубы и отключить подачу энергии этому товарищу, местному злодею, потому что они мешают мне его победить. Слушай, Рань, я знаю, что все уже не будет так, как раньше, когда мы здесь закончим. Просто хочу, чтобы ты знал. Я понимаю, что нам нужны перемены. Бэкс. Я была бы рада, если бы ты принимала больше участия во всем, и мы вместе все решали. Я тоже, когда мы здесь закончим. У нас еще будет время подождать. Тем не менее, куда же мне надо пойти? Дело в том, что я здесь уже был. Может быть, как-то вот с этим что-то связано. Фоточувствительный переключатель. Нет, это я открывал решетки, чтобы поднять, значит, транспортировочный лифт. Чтобы поднять вот эту дверь. А туда я ходил, чтобы это все открыть. Чисто теоретически, мне надо опять наверх. Сейчас мы это и проверим. Так, куда же мне попасть? А как-то, может быть, я могу посмотреть задачу свою? Энциклопедия. Источник, говорит, энергии. О, видали, сколько здесь этих грязевых существ? Целых 4 штуки, обалдеть могу. Так, куда же мне податься? Податься. Это мне надо. Пошли, попробуем снова по башне подобраться. Вдруг это наш вариант. По крайней мере, когда имеется в виду вернуться. В смысле, когда говорят вернуться, наверное, имеется в виду все-таки вернуться. Но там еще дроны, сказали, есть. Так что, возможно, я просто не смогу никуда попасть, пройти. Сейчас мы все разузнаем. Наш скаут Рани добежит сейчас и узнает, что здесь происходит и почему. Вот, куча грязи есть. Там он что-то желтеньким светится, похоже на то, что я могу взаимодействовать. Так, глава 8, воссоединение. Найти другой проход. Черт, мне нужна маска. Бэкс. Черт, как ты без маски-то ушла? Чудовище. О, смотри-ка, тут какие-то новые появились платформы. Мне кажется, я их не видел раньше. Говорит, а на что ты так говоришь? Я вот не могу такого же утверждать. Твое мне непонятно. Совершенно ничего. Что ты здесь обнаружила? Говорит, не знаю, не разделяю твоего оптимизма. Пока что. Я так понимаю, мне нужно как-то пропрыгать туда, что ли? Так это уже закрыто у нас, да? То есть мы туда вообще никак не попадем. Видимо, все-таки связано здесь с вот этим местом. Нужна маска. Так, что здесь еще есть? Прыжок веры, что ли, нужно какой-то сделать или что? Я пока не очень понимаю. Здесь все заросло грязью. Все страшно, жутко страшно.
Что она имела в виду под... Как будто бы, кто-то здесь есть. Но точно не там. А если я вот так прыгну? Нет, это мне ничего не даст. Ладно. А если я... Если я вот сюда прыгну? Так, уже интереснее. По-моему, в эту сторону надо копать. Нет? Нет. Ладно. Пошли тогда сюда смотреть. Тоже нет. Что же она имела в виду под... У меня, кстати, со здоровьем, по-моему, какие-то не лады. Есть подозрения. Вот как узнать, сколько у меня хпшечек осталось? Вот у нее... На рюкзаке я ничего такого не замечал даже. Только красные линии возле моего этого самого. По краям экрана. Да, этим путем назад мне не пробраться. Ты думаешь? Я не понимаю. Может быть, вот тот переключатель мне поможет? Ага. Тут есть ездящая платформа, типа. Куда ты приехала? Сюда приехала. Ага, хорошо. То есть через это мы не простреливаем. Я нашла тут как раз внутрь, Бекс. Ай, кажется, меня сейчас эти люди съедят. Как же меня достала эта гадость? Да меня как бы тоже вот. Что-то кроме этой гадости чистки в этой игре особо видела ничего. Точно. Да. Я так понимаю, что это оно. Проход на другую... часть башни. Какие-то коммуникации местные. Значит так, что у нас здесь имеется? Для сканирования нет чуть больше, чем ничего. Для поживиться тоже. Так, ну это ладно. У нас здесь как бы другая цель немножечко, хотя мне бы не помешало. Твоя подруга еще готовит корабль. Ты попала в центральный ствол? I'm getting there. В процессе. Хорошо, но учти, когда луч подрубит, грязь начнет быстро распространяться, как в моей шахте. Будь готова. А хороших новостей нет? Новостей? Это не новости, это просто факт. Это просто такое выражение, Гейли. Вроде... А, неважно. Спасибо за предупреждение. Thanks for the warning. Экс. Мостик. Так, кстати говоря, про всякие ресурсы и растения. Почему-то я так и не смог попасть ни в какие ответвления вот эти с камерами хранения живых организмов. И там же были ресурсы, поэтому мне вот не ясно. То ли это просто так для красоты понатыкали, то ли все-таки... Хорошо, что ты верю у меня с собой. То ли все-таки имелось в виду, что надо попасть и... получить все, что там Bingo! Есть. Есть, Бэкс, я внутри, осталось только отключить эту штуку. Отлично, ты справишься. А, смотри-ка, она в нас верит. Так, похоже на хорошее начало. Ну, давай. Так, один кабель отключаем. Так, это у нас вот здоровенная штуковина, которая фармит энергию.
Значит, нам, я так понимаю, нужно сюда спуститься. Ой. Как это я так упал? А что, здесь нельзя попрыгнуть, что ли, в эту сторону? Так, можно. Все можно, если осторожно. Значит, сюда мы соскальзываем. Поэтому нужно осторожненько будет подходить. Здесь мы пройти можем, все хорошо. Здесь мы пройти можем, все хорошо. Так, и туда мы можем еще запрыгнуть даже, наверное. Так, ну, меня интересует вот эта штука. Осталось совсем чуть-чуть. Сейчас, конечно, как обычно, прилетят какие-нибудь местные паразиты. И начнется. Начнется веселуха. Не взял. Опа. Итак, эта штука отключилась. Да, да, луч отключился. Ой, я теперь могу забрать лут. Грязь. А грязь как Гэри и предупреждал. Ну, логично, там же были типа экраны защиты. Так, где еще? Ага. Она пошла, короче, к живому всему, да? Это грязюка. То есть мне бы по-хорошему здесь все почистить и забрать то, что мне почитается. Наград. Так, это я куда попаду тогда, если я здесь попаду? А мне обратно прыгать на воду, да? Весь путь обратно. Я, наверное, могу ограничиться вот этим спуском. Ай. И вот здесь все забрать. I think I should be able to make my way back to the elevator from here. Отлично. Нравится. О, тут уже капает всякая дрянь. А тут, значит, да, надо очищать, потому что капот закрыт. Ферштайна. Хорошо. Так, здесь что? Волокна. Тут можно что-то даже вырастить. Так, нужно только очистить сначала жижу. А где остальная эта жижа? Наверное, здесь. Ой. Простите. Прости меня, ранее, что я так прыгаю обратно. Так, отсюда я, походу, пришел, да? А где были эти окна с жижой? Что за ерунда? Я же видел, здесь были кучи такие, которые очищать надо. В общем, видимо, это не тот путь. Получается. Мне нужно вернуться. Так, ну тут вот. А. То есть оно как бы заросло. Как бы. Ясно. В общем, единственный, короче, вариант, видимо, это идти сюда. Ладно. Ой, да ладно тебе. Что ты попадала столько раз, и вот это все это еще и. Смотри, как очистилось. Удивительно. Так, смотрим. Что я могу теперь здесь сделать? Даже могу обратно вернуться. А, да не надо так делать. Так, это я все собрал. Здесь у нас вот. Не очистилось почему-то. А Рудик, соответственно, это тоже не очистится. Значит, идем дальше. Пока еще рано. Надо что-то делать. Окей, окей. Так, опять на картах. Мне кажется, я это место где-то уже видел. Точно. Ай, блин, да что ж такое? Не заметил. Все очистил, но почему-то это произошло без эффекта. Обычно. Так, ну и как бы мне нужно в круговую идти, да? По-моему, все-таки игра не прицельно, она чистит оператор. Да,
Так, тут у нас не закрытая. Так, а это что, типа уже все открыто, да? Ну да. Получается, что все открыто. Так, тут же я ничего не пропустил к сканированию. Все вроде красненьким горит, значит все нормально. И теперь, я так понимаю, мне нужно вернуться или нет? А, я вернулся. Черт, перегорожено. Ты как-то время чистки. Time for some cleaning, pumpkin. А как я это почищу? А, наверное, надо вот по бокам там все очистить, да? Ну, пошли. Hey there, slimy! I am not letting you gunk up this place. Так, знаешь что? Ты меня тут укуси. Я сам могу. Опа. А, найти бы что-то, что можно здесь посадить. Ой, это тут контейнеров, капсул этих с образцами с разных биотопов. Найти бы, говорит, что... А, и что дальше вот? Ну, ресурс... А, вон туда, наверное, она хочет пропрыгать, да? Понятно. Ну, смотри, тут есть у нас различные еще камеры содержания. И мы можем, значит, позаимствовать наверняка что-нибудь оттуда. Здесь я уже все собрал. Второй раз почему-то не собирается. Just what I need. То, что нужно, но отсюда же него не добраться. Почему? Ну да, точно не доберешься. Значит, идем сюда. Poor plants. Бедные растения, вам здесь, конечно, really не место, но, по крайней мере, вы были в безопасности, пока я не пустил грязь. Да, придется за собой убраться. Я все почищу. Так, мне кажется, что лучше через вот это окошко. Так, а дальше. Ух ты, смотри, какие грибочки выросли. Великолепно. Так, и как мне теперь туда попасть? Значит, вот... А, это, наверное, типа, на будущее задел, да? То есть я пока должен еще вот здесь как-то справляться. Как тут справляться? Нет. Нет. Что за прикол? Что это? Это типа ресурс. А как мне... Простите, пожалуйста. Простите. Спасибо, пожалуйста. А давай мы вот попробуем вот так. Бам. Вот, почищено. Мостик открыт, значит, все, я разобрался. Спасибо большое. Вы мои настоящие друзья. Растения. Так, растения наши друзья. Напомните, пожалуйста, эту прописную истину, потому что она актуальна и у вас на планете. Так, значит, это не сканируется. И куда мне теперь? О! А! Так, то есть, надо повторить трюк с вот этим вот джекпутом взрывающимся, только в этот раз нужно не попасть в... Вот, короче, можно и так. Сойдет. А она что-то жмыхнула, но не до конца. Что-то как-то не до конца жмыхнула. Так, давай еще раз. Где тут это? А, я отсюда его вообще даже не подстрелю. Ладно. Так, в общем-то, нужно теперь попасть так, чтобы он упал не на платформу. Понятно. А это вообще возможно? Чтобы он упал не на платформу. Ага, отлично. Блин, и куда я его? Не прицелился, ничего вообще. Ладно, но теперь-то я знаю, что надо вот здесь. Так. Шикардос. Значит, с чисткой биотопа справились. Пошли дальше.
Ненавижу такие мультики выцветания. Они что-то не очень меня воодушевляют на прыжки обычно. Так, ну соберем, значит, еще металла. Прекрасно. Так, а мне еще где-то понадобится граната это или нет? Не, не очень. Верно, нет. О, смотри. Ай, блин, да вы что? Ха-ха-ха! Стрелок, как могу. У вас. Прикольно, их, наверное, же еще и больше будет становиться, да? Красавчик. Поэтому, возможно, мне даже... Понятно, почему это место называется сад. Может, придет на меня поэтому еще и больше пользоваться приманками, если их будет только больше стрелять. И чё? Я могу теперь даже не чиститься, а просто все разносить взрывчаткой. Короче, такими кусочками чистится. Даже не особо стараюсь. Так. Это что такое? Светится. А, это я вернулся, короче, вот открыл здесь проход. Понял. Хорошо. То есть мне нужно еще почистить, видимо, где-то здесь. Так, и теперь, наверное, я знаю, для чего мне нужна взрывчатка. О, это что, мимо прошел, не заметил? 8. Собрата. Да, похоже, слушай, просто не прошел и не увидел даже. О! Не донес. Короче, нет, это не для этого явно. Держу в курсе. Это не для броска в ту степь. Так, а как мне теперь туда попасть? Хорошо. Вот я тут все очистил. Мне теперь нужно попасть как-то туда. Ага. Ага. Не, непонятно. Так, с какой-то другой стороны, наверное, можно туда еще подойти. Вот здесь, да? Нет. Это я отсюда пришел вообще. Так, разбираемся дальше с загадками. Головоломками. Деганкой. Как же мне попасть тогда, попрыгать в это место? Как же мне туда попасть? По факту мне не мешало бы, конечно, вот открыть вот здесь проход. Что-то я других здесь вариантов особо и не вижу. То есть вот у меня есть, значит, граната, есть возможность кинуть ее, но нет возможности до нее добраться. Так. В общем-то, подкинули мне какую-то головоломку. И я ее, типа, и решить, честно, могу, получается. Пока что. Может, где-то все-таки здесь надо пропрыгнуть? Нет, все-таки здесь я никуда не допрыгну вообще. Прям вообще. Прям совсем. Совсем печально.
А, вот же. Есть такая штука. И что она запустила? А она ничего не запустила, по-моему, да? Странно. Очень странно. Но ничего не произошло. Может, еще одна с другой стороны не должна быть? Я такой хожу мимо и не вижу в упор. Давай смотреть. Это она. Ну, в смысле, это вот эта, с которой я стрелял с этой. А другой никакой вроде и не видать. Кнопочки. Кнопочки. Ну и все. И чё? Я завис. Короче, я как завис. Вот приуныл. Как-то я приуныл. Может попытаться все-таки той гранатой что-то сделать, которая там есть. Она же для чего-то там была. Но эта кнопка ничего не делает, это прям 100%. Ну, по крайней мере, я не наблюдаю никаких видимых изменений. Так, ладно. Где-то была граната вторая. Здесь? Здесь. В общем-то, нужно... В общем-то, я, наверное, нужно ее использовать все-таки. О! Даже что-то получилось, смотри. Ха! Оказывается. Оказывается, я просто ее не успел никуда донести. Ой, а что такое? Стой, стой, ты неправильно делаешь. А, правильно делаешь. Понял. Вот теперь понял. Дистанционное управление, короче, давай. Поникс. Хватит или нет? Не хватило. Опять туда же. Ты издеваешься. В смысле, это я виноват, конечно. А. Давай, значит, подальше отъедем. Она ж пока падает, еще нужно время учесть. Все, нормально. Так, теперь я могу, в общем, сюда попасть и перебраться сразу к этому растению. Великолепно. А могу даже вот так прям. Опа. Так, а что тут у нас есть? У нас тут есть какие-то, короче, ресурсы из этих кристалликов. О, и вон еще, смотри, что есть. Могу там вырастить этот тоже плод. Так, тут вот еще такая штука есть. Окей. Окей. Ага, металл. Ну, короче, к металлу тоже не мешало бы добраться, да? Так. Похоже, мне все-таки понадобится. Я могу ее посадить сюда. Так, вот это я соберу с собой. Значит, теперь мне нужно скинуть гранату. А я могу сюда вообще допрыгнуть? О, могу. Так, хорошо. Значит, что делаем? Мы сейчас сделаем так. Делаем так. Делаем так. Потом делаем вещи здесь. И собираем вот... металл, который у нас кристаллизованный. 8 штук. Все, можно выбираться. Определенно. Только нужно еще, ой, с собой взять наше растение, за которым, собственно, сюда и пришел. Так. Мы его туда докинем. Так.
отлично. Так, где у нас был этот пруд, который мне нужно было засандалить? Что-то, говорит, надо было... Вот, наверное, там, да? Посадись туда, и можно, чтобы было подняться выше. На этаж. Почистить грязюку, чтобы лифт поехал. Ладушки, ладушки. Сейчас мы это сделаем. Ура! Я смог. После полчаса тупления в экран я сумел решить эту головоломку. Это хорошо. Ну, что я смог. Плохо, конечно, так долго. Не три. Ого! Как я разгоняюсь. Так, а что дальше? Видимо, вот, вот где-то... Вот здесь, да, я должен подняться. Вот это здесь наросло. А если я сейчас это уберу, все, я не буду вниз. Смотри-ка, нет, нормально. Up we go. Едем наверх. Up we go. Меня лифт подхватил, повезло, повезло. Местоположение лифт Дендрайв. Бет, ты готова? Мне бы сейчас не помешало помощь. Сейчас, еще кое-что поделаю, постараюсь поскорее. Holy crap. Ну и ну. Completely clogged. Полнейший засор. Ой. Это не та компания, которая хотела это видеть. Так, очищено. Опять, короче, эти глюки с подъемником. Я не знаю, с чем это связано, но тормозит люто. У меня одна дорога вперед. Вообще-то вверх. Так, опять засор. И опять мне придется прыгать по платформам, чтобы это дело устранить. Да? Инопланетяне. О, смотри, тут есть даже хороший такой путь наверх. Похоже, сначала придется немного отойти в сторону. Так-то да. Я могу вот здесь ходить. Но если в этом смысле. Мне нужно, наверное, попасть на вот эти вот вещи, да? Ой-ой-ой-ой-ой, господи, чуть не упал. Так, а еще я могу вот... Вот сюда. И чё? А куда мне надо? Мне надо попасть на вот эти вот боковые платформы. Только что-то мне кажется, что я сюда не особо-то допрыгну. А, вот здесь есть типа проход какой-то или что? Нет? А куда ты тогда хочешь, чтобы я попал? А, видимо, вот сюда. Не заметил, что здесь есть следы эти, которые зацепили. Ладно, подумаешь. Here we go again. Ой, блин. Не то, не ту кнопку. Да хватит. Тот внезапно решил, что никто не будет со мной конкурировать или что это имеется. А, нет, смотри. Ой. Вот это поворот. Так, а я тебя могу отсюда достать вообще? Да что за фигня? Я не успел нажать даже. Я нажимаю вместо стрельбы на сканирование и думаю, что не так. Господи, вообще не простой такой еще не пытались. Так. По идее, должна появиться где-то семечка, которую я могу посадить. Разве нет? Там, не знаю, наверху где-то можно. А, собственно, нет.
вон там есть. А как туда добраться? Так, у нас есть грибочки. Но грибочки эти не до самого верха. А мне нужно до самого верха. Так, понятно. В смысле, как не очень, конечно. Будем, значит, продолжать. А я и не могу ничего продолжать больше смотреть. Понимаешь, в чем проблема? У меня вон есть задача. Не, а задача. Нет, так. Так-то, конечно, и что? Вот я, ну, допустим, прошел сюда. Потом я прошел сюда. Здесь должно быть растение. Но его нет. Поэтому вопрос. Чего нет, меня хотят? Откуда мне взять этот саженец? Он же наверху, разве нет? Странно. Может, я еще где-то пропустил? Ой, ёлки-моталки. Как так-то, а? А меня дальше и не пустят, смотри, там нет прохода, теперь я только в одну сторону попал и все. То есть мне нужно разбираться с этим здесь. Понял? И здесь есть вон. А само растение-то где? А когда я кручу? Крутится и вверх тоже? И вверх мне крутится. Все, понял. Я не тупой, это я просто это. Так, еще одно. А куда ты? От меня улетело. Ага. Смотри. Давай так. Что-то она не хочет, короче, когда идет, в щель попадает и застревает, и не хочет прицелиться. Все это кто-то есть. Все, разобрался, наконец. Как я туда допрыгнул? Как это я туда допрыгнул вообще? Вот. Получается, что я даже немножечко умный. Того малости. Ну, да. Там все не попаришь, не попаришь. Так, дальше что? Дальше что? Так, тут у нас проблема, да? Надо было лучше ориентировать вот эту вещь. Давай попробуем допрыгнуть отсюда. Есть. Так, могу лестницу использовать. Мне нужно теперь сюда и сюда. Okay. Вот. Задело. Так, получается, я попал выше этажом, у меня теперь чистить опять засов. Нужно идти осторожно. Так, отлично. Попал обратно на лифт. Это уже радует. Главное, что не ниже. Красота не описует. А у нее что, только 4 пальца? Сейчас знаете. Она получается отчасти фрезеровщик, что ли? Или это не человек, не совсем человек? Not let it knock me off this platform. It's a long way down. Так, немножечко почистим. Короче, говорит, не упасть, там далеко падать. Вообще-то. Говорит, чтобы не сбило. Вздох. Ух. Опять какие-то засоры. И опять надо в сторону идти, да? О, май. Если я здесь останусь, мне, конечно, придумать что-то другое. Gotta take this on from another angle. Как?
А, вот. Нашел. Я нашел. О, смотри. Окей, game on. А ну иди сюда, ты мерзкое животное. Короче, а, ты все-таки на воздушных потоках поднялся, да? Пора было бы воспользоваться приманкой, на самом деле. Но я решил, что я и так справлюсь. Почище-то. Даже немножечко подлечит-то. Хорошо, грибочки, которые выдерживают вес человека. А, нет, ресурсы, которые мне очень, конечно же, нужны. Конечно же. Мало ли, я тут что-то еще не исследовал. Там будет какая-нибудь пушка супер-пупер-мега-крутая, которая позволит мне ваншотнуть этого садовника, честно. Почему бы и да? А, вот, смотри, что нашел. А я туда могу попасть вообще? Нет. Ладно. Это, видимо, сделано, чтобы мне было не больно спускаться. Чего такого? Как-то тут все очень красно. Очень некрасиво. О! Смотри, аквариум, похоже. Похоже на аквариумы с водными растениями. Но это не точно. Так, другое говорит тут. А зачем она это сделала? А, тут несколько таких вещей. Понятно. Понимаю. То есть, а на какую я прыгал? Я прыгал, наверное, на ту, которую с той стороны. Поэтому пошли теперь сюда. Так. Грязюка. Я знаю, что с тобой нужно сделать. Немножечко недобор. Недолет. Так, это хорошо. Теперь вот эти. Ну, наверное, к этим можно и прилепить, да? Я думаю. Бомбардировщик Рани. Есть. Тайминг рассчитан идеально. Идеальный тайминг. Ideally. Just perfect. Смотри, что могу. Вот так сделать. Так, и мне, видимо, нужно еще это растение, да? Потому что там было, он был прудик, на который мне, который надо кинуть. А как мне его запудрить? В таком случае обратно. В общем, я его беру, да? Главное вниз не упасть. Я его беру, кидаю туда, сам прыгаю следом. Потом, значит, я эту же тему кидаю теперь уже куда? А куда я его кидаю? Сюда ведь? Так, потом, видимо, туда. Так, где-то тут у меня были, короче, места, в которые нужно было это засунуть. Место или одно. Сейчас проверим. Главное, чтобы оно вдруг не исчезло в самый подходящий момент, а то это будет не он. О, нормально. Я просто гений. Да, сама скромница. Ты круче, чем садовница. Садовник, да. Определенно, смотри, тут какие-то новые места появились. Видимо, не сюда. Точно. Чистим. Есть! Тупе! Добраться до... Смотри, а я стою еще. Ой, уже не стою. В воздухе зависло. Райни наши. Ну, ноги, конечно, у тебя, мое почтение. Такие крутые. Так, там он беснуется жиже.
жижа беснуется, раз. И еще к тому же какой-то забор из... Не позволю появиться никаких упадок. А слушай, я что не понял? Подождите, подождите. Тут, короче, внезапно интересно стало. Блин, как больно. Слушай, а если я тебя шлепну? Ты же нормально? К этому относишься, да? Ай. Да блин. Так, ну-ка. Постой! Перезревает тварь. Не надо, не надо так делать, понимаешь? Я вообще-то пытаюсь тебя отсканировать. Вот зараза. Прикольно, что... Да, это была серьезная схватка, должен сказать, но просто потому, что у меня руки кривые. Она приобрела серьезность всего положения. Так, и это была последняя ступенька развития. Надо идти теперь наверх опять. Я ж ничего здесь не забыл, не потерял, не оставил. Идем опять к боссу, местному боссу. Чего я буду делать опять? Понятно. Ну, сначала чистить, да, как же. Домохозяйка. Целая куча грязи, причем недовольные, как на зоне. А тут ты без этого справлял только с маской. Я думаю, что этот товарищ и в ус не дует, глядя на все эти массы грязи. Он такой, ну, подумаешь, побочный продукт нашей вмешательства системы. Ничего страшного. Вообще чистим, чистим. Веселее. Пожалуй, я это все скрою. Не знаю чего. Но просто хочется. Вот так. Вот так. Потому что могу. Потому что могу. Вот можете поднять мусор на улице и выкинуться. Можете, пожалуйста, поднимите и выкиньте. Ну просто потому что можете. Чего плохого в этом? Только хорошее все. Так и она тоже такая. Могу почистить от грязи, да? Я почищу. Целую планету. Ну, подумаешь, планету. Космос вырастет. Изи. Так, хорошо. Хорошо. Чистим все, пылесосим. Vacuum Cleaner наш просто фирмы. Backstand Run Incorporated. Рыбит ушастик. Originated. Так, мы можем открыть сразу дверь. Окей. Let's do this. Ну смотри, а тут раньше не было, по-моему, такой штуки. Надо поставить. Чипоникс. Так, и знаете что? Возможно, мне хватит теперь на эти самые. На приманки улучшения. Хотя я теперь I need to get my gear fixed up. Lucky you're still here. Починить стрелы. Bunny's just about ready. Only a few things left to do. Осталось всего пару вещей. Так, смотри-ка, хватает. Чё я вот выбрал? Так. Теперь я, короче, дольше могу пользоваться приманкой. Все, да, я починился. А маску ты взяла? Где маска? Матка есть запасная? Дайте, пожалуйста. Кстати, я тут ничего отсканировать не могу, да? А, уже могу, смотри. Я вообще это пропустил, ты посмотри. Да, говорит, кто это? Гидропонический статор определяет насыщенную питательными веществами воду для выращивания растений в космосе. Это крохотная система и скорее для красоты, чем как надежный источник пропитания. Так, и вот это еще не сканировал, а балдеть можно. Практичный модульный верстак, потрепанный
зато надежный и недорогой. Хотя модель по новее сэкономила бы на потребляемой энергии, оборудование для извлечения производственных компонентов и инструментов для обработки сортированных по назначению. Короче, теперь у меня есть еще и перегрузка. Приманка взрывается в конце периода активности, временно обездвиживая ближайших близовых существ. И чего мне не хватает для этого? Счастье. Вот что это такое? Это типа... Волокна? Недостаточно ресурсов. Пользователи Бекс ранее. Ладно, ну взрывается и взрывается, хорошо. Ну это я сам виноват, пропустил, короче, там в начале некоторое количество ресурсов. Теперь все. Сады. Соединяемся. Ну получается, погнали. Смотри. Снова ты сейчас скажет. Прочищает горло. Я вижу, просто раздавить тебя было недостаточно. Как упрямый сорняк, ты снова пробиваешься наверх. Но твои потуги столь же тщетны. Я все верну на круги своя. У меня нет ответов на все вопросы. Мой вид совершил множество ошибок, но ваш не лучше. Неужели ты до сих пор не понимаешь? Без моей системы мы все обречены. Я защищаю свой народ, а ты вредишь ему. Слушайте, все, что я знаю, это что планета погибнет, если вы не остановитесь, а вместе с ней ее жители. Должен быть другой путь. Мой путь единственный. Самонадеянный. Самоуверенный напыщенный болван. Ну тогда придется снова попытаться вас прикончить. Я выкручиваю тебя раз и навсегда. Так, не могу просто ворваться. Может, может, грязь снаружи, как отвлекающий маневр? Грязь снаружи, как отвлекающий маневр. Так, что бы она имела под этим в виду? Слушай, ну он также и продолжает стрелять по... А, вон, наверное, да? Мне нужно пробраться. Пользовать ключ. О нет, не работает. Держись, Ранни, мы идем. Блин, зарабы, ну что ты творишь? О, кажется, старый добрый способ долбани посильнее сработал. Ранни, вот кое-что еще, лови. Маска. О, ты починила. Я в тебя верю. Ладно, эти устройства не сбили. Какие эти? Ой. Да ладно вам. Я ж тут приманку, между прочим, отдал. Он имел в виду это? Ну-ка. Короче, он должен прицелиться нормально, да? Чё-то, по-моему, не очень. Ну, как-то не очень получается. Как же их тогда уничтожить? Слушай, ты мимо, мимо все. Короче, мимо. Работает? Защитные поля садовника ослабевают, продолжай. Бессмысленное вмешательство. Так, а где еще? Надо еще. Садовника.
щиты разрушатся. Не очень понимаю, какой следующий мне нужно отключать его. А, вот. О, прекрасно, он справился с этим. О, нехорошо тебе, да? Может быть, ты поможешь? Нет? Так, а что делать-то? Я не понял. А, может быть, тебя нужно типа вот так? Ага. Никчемное создание, как ты смеешь? Сейчас увидишь. Теперь нужно добраться до остальных генераторов. Давай ты как-то еще чуть-чуть. О, нифига себе. Давай сюда. Не попал. Ну-ка. Так. Ой. Ты что тут делаешь? Там вали. Так, ну-ка. Эйц. Десятки лет я заботился о своем народе, и вы надеетесь учитывать, что мне не помешаете. Остался последний. Так, а где он последний этот? Вот здесь, да? О, ты смотри. Не повезло. Опа! Есть! Нет! Невозможно! Пора покончить с этим. Что ты наделала? Ой, я его не отсканировал. Я только сейчас увидел. Нет, мы пропали, нет больше сада, нет порядка, только тишина и земля. Что, так легко было его победить? Я его всосал два раза. Пропылесосил, короче. Божечки, что? Не вижу, что такого плохого в дикой земле. Ранее, все в порядке? Будет в порядке, только сначала выпусти всех отсюда. Мы поможем. Так точно, Зайка идет на посадку. Зайка. Space Rabbit. На всех тапочках. Здорово, чё? МК-1. Вот это у него кузяка. Надеюсь, мы сможем взлететь еще хотя бы раз. Ты самый изобретательный человек, что я встречал. Все получится. Ладно, заработал. В общем-то, заруба была не слабая, конечно, но не впечатляющая совсем, причем. Просто какие-то атаки у него, хиленькие, от которых легко увернуться. И да, все. Что я могу сказать по поводу игры? Игра очень-очень унылая попытка клонировать Johnny to the Savage Planet. Прям абсолютно провалившийся, на мой взгляд, потому что там игра искрометная, юморная, веселая, длинная, со сложными головоломками и с интересными целями.
То есть вообще абсолютно небо и земля, короче. Так что, ну, на один разочек, может быть, и можно пройти, но она с того не стоит, конечно же. Просто хотелось посмотреть, вдруг сделали что-то достойное вместо второй части путешествия на дикой планете. Но нет. Если это конец, то, конечно, это просто 3 часа геймплея, и все на этом. И какие-то невнятные монохромные картинки в конце в качестве того, что произошло дальше. Да. Так, что теперь? Я удаляю все координаты из журналов. Если сюда доберутся корпорации, планете конец. Будет много вопросов на тему того, где мы пропадали. Это уж точно. Но нам не впервые врать начальству. Что-нибудь сочиним. Как насчет такой идеи? Наши данные стерлись из-за фантомного квантового скачка. Но мы смогли восстановить все, кроме записи и местоположения. Что еще за фантомный квантовый скачок? Не знаю, но круто же звучит. Ладно, ладно, мы грузились с Титаном на спутнике Целеба. Но лед был слишком толстым, и от холода повредились данные на диске. Прокатило бы, если бы спутник Целеба не принадлежал корпорации Stella Enterprise. Блин, они уже везде. Тогда как насчет такого? Мы потеряли груз в поясе астероидов, и пришлось продать все, что отвинчивалось, чтобы вернуться. Мы застряли. На необитаемой стороне Марса страшная песчаная буря уничтожила наши диски. Нас отравили, и наши умственные способности снизились на 50%, так что... Господи, ну и бред. Мы не можем отвечать за свои поступки. Правдоподобно. Если они проверят наши мозги, то увидят, что у тебя их меньше, чем положено. Но мои все равно останутся выше среднего. Да. Ха-ха, очень смешно. Сдаюсь, сама что-нибудь придумай. Ладно, ты уговорила меня сесть на задрипанной безжизненной планете. А потом дни напролет бродила по пустоши в поисках черт знает чего. Топлива почти не осталось. И мне пришлось отвинтить все тяжелое, чтобы снизить вес, в том числе все оборудование. По старой звездной карте я как-то смогла долететь домой. И ты поклялась слагать поэмы в мою честь по одной каждый день до конца своих дней. А что? Неплохо. Не считая части про поэмы, никто не поверит, что я взяла бы на себя такие долгосрочные обязательства. Справедливо. Может, просто притворимся, что потеряли память? Последнее, что мы помним, это зеленый туман, заполняющий рубку, а потом темнота. И как это объясняют удаленные журналы? Из-за тумана они испарились? Дорога домой будет долгой. Не так ли? Короче, все с вами ясно стало теперь. И как обычно, пролистать это мы никак не можем, да? У нас все. Конец игры. Ну, собственно, спасибо большое за просмотр. Это была The Gang. Оценка моя, наверное, где-то в районе... 4 из 10 по шкале Грифончика. Имейте в виду. Всем пока, до следующей встречи. Не проходите мимо, как говорится.